Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Приобрел вот такие аккумуляторы литий-титанатные, то есть литий-титан, и срок службы таких аккумуляторов до 25 тысяч циклов. Но цена одного такого аккумулятора 3-4 тысячи рублей, а у меня их 6 штук. А напряжение у них вот такое, и выглядят они вот так. То есть, если взять вот такой аккум, то, соответственно, пауэрбанк с него получится просто, наверное, вечный. Единственный вопрос, не совсем понятно, новые они или нет. Тут вот такие точечки есть. Может быть, это фиксаторная резьба была, ну, то есть, специальное вещество. Но так визуально смотрю, да, контакты, они вроде нормальные. То есть, ничего такого нету критического. Все напряжения 2,2 вольта пришли. Вот в таких коробочках. Вот здесь вот разложил, так что очень крутые аккумуляторы. Весят где-то 1,5 кило. Так, что у нас тут? Отходя от кассы, вытащим. Действительно аккумулятор. Так, что будет на нем написано, сейчас посмотрим. Запах, конечно, от аккумулятора каким-то странной вещью пахнет. Цена его 2750 рублей покупался один. Так, смотрим. Может быть, БУ аккумулятор, наверное. Потому что что-то наклейка как-то небрежненько, так скажем. Я думаю, наверное, это подделка. 45 ампер-часов написано. Но ни штрих-кода, ничего нету. Скорее всего, поддельные. Ну ладно, посмотрим. Такие характеристики. Посмотрим, давайте напряжение сразу не отходя. Так, 2,2 вольта. Так, теперь внимательно посмотрим на коннекторы. Есть у меня такое подозрение, что это ячейки все-таки не совсем новенькие. Какая-то тут шляпа есть. Резинка какая-то. Ну да, бэушная, наверное. Так визуально и не особо не посмотришь. Что-то тут высверлено. Тут, наверное, какая-нибудь припайка была. Там какая-то бирка, видите? Что-то под ней есть. В общем, вот такая вот. Сейчас тоже напряжение посмотрим. Ну, то есть батарея один в один, как те. Один в один, как те. Даже не особо важно, чтобы у главное хотя бы работали заявленный срок. Так вот выглядит. Ну, тоже видно. Слушай, а может и оригинал так должен тоже выглядеть? Черт его знает. Ну, так чистенькие. Вот так в сторону положим. Ну так, чтобы прям вот следов использования особо не видно. И батареи, да. Ага, смотри, а здесь колпачки. Что-то интересное. Что-то, слушай, интересно. На тех колпачков-то не было. Неужели это новые, а те бушки? Вот этот похож на оригинал, хотя тоже какой-то перетянутый. Но здесь вот есть, ну просто конусы есть. В общем, ладно, думаю, что нормально.